Бытие, глава 24. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам эту землю, он пошлет ангела своего перед тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от клятвы сей моей, только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал, «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И поэтому узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезу почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал, «Чья ты дочь, скажи мне? Есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиной своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван,
Лаван выбежал к тому человеку к источнику, и когда он увидел серьги и запястья на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослиц. Сарра, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей. Когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И ныне я пришел к источнику и сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула, и я сказал ей: напой меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал ей серьги и запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо и налево. И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли, и вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки, и ели, и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет».
и призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревекка и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свою и увидел, вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда. И сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей.